С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте! В Государственном русском музее открылась выставка к 150-летию Михаила Нестерова. Это самый представительный показ нестеровских работ за всю его экспозиционную историю. Около 200 работ из 24 музеев. Из коллекции самого русского музея всего 60 работ. Остальные из Третьяковки, Абрамцева, Царского села, Петергофа, Башкирского художественного музея, а также из частных собраний. Свою лепту внесла и внучка художника Мария Титова, которая приехала на вернисаж. Возможно, выставка поможет наконец-то объективно оценить художника, которого кто только не критиковал за религиозность и мистицизм. Ведь в своем творчестве Нестеров вдохновлялся не столько православными, сколько католическими источниками. Сегодня, спустя 150 лет со дня рождения Михаила Нестерова, к его творчеству относятся столь же по-разному, как и на заре прошлого века. Рядом с картинами выставлены народные костюмы из музейных фондов. Многие из них показываются впервые. Причем костюмы почти точные копии тех, в которые одеты нестеровские девушки. Это создает иллюзию, будто картина ожила, и изображенные на полотне пленительно красивые женщины сошли в зал к зрителям. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске новости спорта.